Время лечит. То есть бывают и обиды, бывают очень серьезные обиды. Бывают обиды, которые накапливаются годами, но близкие они на то и близкие, что все-таки комплекс весь он все равно перевешивает в положительную сторону. Я говорю сейчас только за себя. Потому что, опять же, ну, мы знаем огромное количество случаев, когда семьи, ну что ж, они расстаются. И я полагаю, между прочим, что это, наверное, самое правильное все-таки решение. Ну, когда начинаешь уже, знаете, не дай бог все перейдет в стадию, когда уже важно просто помучить человека. Важно, когда, ах, ты мне так, а я тебе сейчас 3 раза больше. Ну, все, а, мы люди, а, б, ну, у нас же очень много связано и прошедшего. Ну, в моем возрасте это уже не только дети, а уже, например, и внуки. Ну, я уж не говорю о том, что какие-то сильно буйные отношения с детьми могут быть. Ну, такое вообще не допускаю для себя. Ну, обиды бывают. Это все, это же нормально, по-житейски, наверное. У кого-то кто-то может покричит, успокоиться, кто-то, может быть, помолчит полгода и успокоится, да. Но надо успокаиваться или надо расставаться и не портить друг другу жизни. И потом узнаешь, что, оказывается, твоя жена, которую ты люто ненавидел, отличный человек, и дружит с твоей новой женой, как вчера буквально очень уважаемые для меня люди рассказали, на очень большом празднике сидели и бывшая жена, и нынешняя жена, и масса теплых слов, и совместная жизнь. Пусть она по-другому теперь продолжается, в другом качестве, но люди не потеряли то, что было. Это вот важно. А ненавидеть друг друга, убиваться. Ну, я вот отходчивый человек, я таких не понимаю развитий событий.